Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы продолжаем с вами играть в Майнкрафт, Новый Горизонт и Грегтеха, и проходить данную сборочку. И вот этим бы сегодня я хотел заняться, на нашу ME-сеть. Да, мы и так уже много чего скрафтили, но задания-то на нее есть, и по факту нужно их закрыть. Мне кажется, возможно, даже возможно, ну может быть, ну хочется сказать, на 100% можем ее закрыть, но хотя бы на 95%. 8% надеюсь, что мы ее закроем. Потому что, возможно, здесь есть то, что я еще не делал. И давайте займемся. Красная пыль, Цертус кварц. С этого начнем мы с вами. Долго не думая. По чуть-чуть, помаленечку. Так, красная пыль. Детект. Чоргет. Так. Чоргет. У меня этого нету добра. Давайте поставим 30 штучек. Пусть крафтится. Хорошо, хорошо, тут есть несколько зданий. Вычислительный процессор, логический процессор, инженерный процессор. По 8 штучек. Процессор. 10 штук. Логически 10 штук. Инженерный процессор тоже 10 штук, но... А, подожди, все, там уже скрафтилось, видимо. 10 штук. Отлично. Тем временем 32 штучки скрафтилось. Здесь у нас комплит. Заряженный кристалл истинного кварца. Так. Заряженный кристалл истинного кварца. 32 штучки на крафт. Пошло. Или не пошло. Видимо, там еще процессоры крафтятся. Почти. Так, а что ты тут у меня все создаешь? Хватит. Мне так нормально пока что. Так, ладно. Кварца. 32 штучки. Поехали. Так, процессоры. Даже больше сделал. 8. Видимо, они там по несколько создаются, что ли? Или что, непонятно. Ну, я же... А, и здесь поставил. А, да, все нормально. У меня же просто их больше было. Так, что у нас с кварцем? Долго создается. Тем самым, выполняя эти задания, можно сразу отсеять и понять, в чем у нас есть загвоздки. Имеется в виду, все ли крафтится, ну, пока мы это все создаем. Я уже нашел, что у меня было не настроено толком. Ладно, это у меня есть. Потом, кварц. 33 штучки, даже больше. Готово. Тут квест комплит, АЕ, Basic, конечно, или Redstone, или Certus Quartz. Я не знаю просто, что в них может попасть, поэтому возьму их. Ой, как много всего пооткрывалось. Будем брать тут сумочки, я их даже буду зачаровывать, это точно. Пустой шаблончик, возможно, завалялось. Как назло. Стек, пожалуйста, скрафтись. Ну или хотя бы одна штучка. Ладно, пусть создается, не страшно. Здесь item процессор тир 1. Что-то такое делал. Item процесс тир 1. Одна штучка вроде там должна быть. Так, это обратно закинем. А, 4. Item. И еще 3. Создавайся. Так, пустые шаблоны. Пустой шаблончик. Квест комплит. Конечно, сумочка. Пофигу на все остальное. ME терминал шаблонов. Ох ты ж, ёперный театр. Берем с вами ключик. Главное, чтобы он в меня полетел. Комплит. Ставим. Обратно вешаем. Прекрасно, мне нравится. Пока создается, пойдем дальше. Карта памяти. Была такая у нас вещица. Квест комплит. Я не знаю, что в них падает в этих сумочках, поэтому я буду их брать. Посмотрим, может, что-нибудь правда вкусно будет. ME терминал создания, ME терминал интерфейсов. Вот это поворот. Так, тебя возьмем. Интерфейсов. Если не ошибаюсь, ME терминал. Детект, отлично. Так, теперь главное все обратно развесить. Чё, мне
А, то есть есть базовая, есть гуд. Вау, мне это нравится. Мне это чертовски нравится, что их много разных. Так, тебе обратно сюда. Тебя сюда. Поехали дальше. Красная пыль, кварц. Так, ну это мы уже проходили. Тут у меня все сбилось. Кварц. Ой. Кварц. Вот он. Краснопыль и обычный кварц. Детект готово. Изменчивый кристалл. Изменчивый кристалл. Ну, пусть будет 32 штучки. Пусть там выращивает себе. В это время Киер. Ты чё там перестал создавать-то мне? Так, ну вот опять же нашел косяк, что там я забыл автоотдачу включить. 4 штучки есть. Изменчивый кристалл, кстати. Может быть сделался? Нет, еще. Так, ладно, пусть создается дальше. Здесь же сумочка. О, вижу, в каком направлении здесь. Давайте сделаем ME-терминал безопасности. Беспроводная точка доступа. Вау, сюда еще не двигался ME-терминал безопасности. Как ни странно, я не создавал. Но тут нам 16К компонент нужен. Ладно, попозже, потому что тут у нас все равно вон продолжение есть. Как дойдем до 16К, так и сделаем. Ягинка. Создавайся, посмотрим, без проблем он создаст или нет. Самому интересно, правда. Так, готово. А, 4. Ема, ну сейчас будет быстрее в разы. Не зря же мы такая 4 делали. Раз по-быстрому все скрафтить. Ну да, тут мелочи. С вакуум тубой у меня тоже был там косяк. Сейчас поправил, теперь крафт нормально стал. Да. Куда без ошибок наших. Детект. Получаем сумочку. Здесь нам говорят 4К сделать. Вот это уже другой разговор. Здесь уже потруднее нам будет. Почему? Потому что нужно вот так вот. Цыц. Верни. Идем сюда. И здесь уже выставляем рецепт. Микросхемки. Нам нужно будет 4 штучки. Крафтись. Кстати, о, довольно-таки быстро очень. И правда. Делаем авторецептик. Гейнт в ручном. А, нет, напишем просто 1К. Да блин. 1К. А, подождите, у меня на 4К тут уже рецепт есть. 4К. Есть, оказывается. Хорошо. Так, пусть создается. Да блин, нет. Ну ладно, ладно. Хоть у меня в руках уже есть, но ничего страшного. Почему? Потому что 4К. О, 1К нам еще понадобится для блока создания. Вроде как. Блок создания. Его у нас нету. Создание. Сейчас его тоже поставим на автокрафтик. Потому что этим я не занимался, как ни странно. Так. Процессор. 10 штук. На микросхемке нужно еще сделать и титана. Ладно, не жалко. Титан. Ну блин, все занято, все мои процессы. Кристаллы слишком долгие. Так, подождать. В общем, ждем. Так, а теперь еще разочек. А, я забыл титан поставить. Так, ну а теперь еще разочек. Раз. Два. А, их два нужно еще, тем более. Второй сделается прекрасно. Та-та-тан. Получили награду. И дальше. Так, вот, видимо, монитор нам нужно будет сделать. А, монитор.
Почему именно его? Ну, потому что все остальное, кстати, крафтил, но на автокрафт не ставил, блин, печалька. Монитор вроде бы у нас делается из монитора хранения. Монитор хранения. О, автокрафт есть. Как ни странно. А, ну да, вот они же висят у меня здесь. Я же их ставил на автокрафте. Прекрасно. Так. Ну, вот я думаю, дальше делать или не делать автокрафт это. Хотя нужно по факту. Ну, ладно, успеется. Поставили. Видимо, ты где-то в другом месте, да, создаешься? А, да, в ассемблеры. Ну, ладно, бог с ним. Пусть будет здесь. Так. Еще. Я возьму в руки. Тебя мы запишем. Потом расставим. Готово. Опять же берем сумочку. А, блок обработки связи. Ну, создание, точнее. Он нам нужен будет? Ну, да ладно. Тоже сделаем автокрафтик. Так, процессоры. Раз, два. Так, главное проверить и срубить. Так, ага, вот это ты хотел срубить. Здесь пусто. Где мой новенький ключик? А, кирка. Кирка. Комплит. Делаем автокрафт. Давай. Ну, позязя. Все. Готово. Так, квест комплит. Забираем награду. 1К хранилище создания. Ох, 1К. Если не ошибаюсь, так. Или так. А, подождите. 1К. Хранилище создания. Тоже в ассемблере делается. Но, ладно, сделаем. Почем бы и нет. Подождем, конечно, чуть-чуть. Комплит. Заберем награду. Корпус ячейки хранения? Нет. Сделаем так. Здесь МЕ, корпус... А, вот. Блин, могли бы сейчас выполнить это задание. Корпус. И здесь корпус. Здесь его нету. Надо будет наставить на автокрафтик. Так. Не вижу. Не вижу. Вижу. Ну, чё ты? А, это не тот. Подождите, это не тот. Корпус ячейки хранения. Что не так-то? Ячейки. Придется, наверное, так. Хорошо. А, тут по-английски просто... Блин. Понятно, почему не нашел. Universal Storage. Окей. Думаю, тоже нужно поставить на автокрафтик. Хотя не хватает чего-то. Алюминки. Цертус кварца. Ой, как бы бахнуло. В жизни бы сейчас так же пошел бы у нас дождик. Было бы классно. Алюминка. Ну, а вообще поставить как-нибудь на докрафт наш алюминий. Нашу алюминку было бы вообще шикарно. Она там потом будет подшаманить чуть-чуть. Может, что придумаю. Цертус кварц. Две штучки. Хорошо. Теперь. Готово. Та-та-там. Чок. А, вот еще. Дальше. 1К. Ну, это вроде бы ручками вообще делается. Сейчас попробуем. Ну, раз. Два. Да, все ручками делается. Так. 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 Та-ра-та-та-там. Забираем тебе. Продолжение только на 4К. Кстати, она уже у меня скрафтилась. Вроде бы как. Да,
Detect. Сумочка есть. И дальше продолжение. Ну, разумеется, сейчас 4, как 16 и 32 и так далее. Сейчас все у нас попрет. Так оно и будет. Но перед этим я предлагаю, знаете, что сделать? Как? Ну, открыть сумочки, а вдруг в них уже нужные части нам попадутся. Было бы шикарно, я думаю. Карта ускорения, серьезно, так дешево. Здесь. Магический процессор. Да вы издеваетесь, что такие дешевые карты? Так, процессор. Еще один докрасим. Так, и карта ускорения. Ускорение. 5 штучек, то еще 4. Какая красота. Пока что 2. Процессоры. Блин, а. Ой, ладно, еще 4. Окей, пусть создается. При этом еще нужно будут книжки и все в этом духе. Так, давайте еще вот это, наверное, скину. Чтоб мне тут не мешалось. И пойду расставлю все эти шаблоны. Ну а как все докрафтилось? Идем создавать. Книжки уже положил. Это все положили. Убираем просто лишнее. Ставим тебя. Ставим тебя. Раз, два, три, четыре, пять. Прекрасно. Тебя и тебя. И вот они, сумочки еще. Хорошие сумки. Ох, я уже хочу открыть их. Я уже просто горю. Так, давайте, знаете что? Чтоб нам не мешало здесь ничего, скинем все. Ставим только нижний ряд. А, наверное, челюб базовый. Нихера себе. Это просто топ награда. Там даже квест комплит. Камье контроллер. Мне нравится. Вау. Блин, я просто поражаюсь этим сумочкам. Просто топ награды. Я хорошо. Я рад, что их зачаровал. О, сейчас квест комплит, да, как раз у нас здесь. На 4К. Так. А тут есть еще 1К. Еще что-то. А, вот это выполнил. Хорошо. Здесь что? Базовые карты. 4К еще. Охеренные награды. Я просто в шоке. Да хера кварца. То, зачарка того стоит. Обязательно зачаровывайте эти сумочки. Вы не пожалеете. Так, так как у нас были на это задание, мы уже скинем. А, кстати, 3 ME контроллера еще. Вау. На это тоже было задание, на это только что мы выполнили. Но это тоже было задание. Пока все скинем внутрь. Потом. Пипец. Квантовое кольцо просто. На тебе, держи. А как ты там крафтишься? Не сладко. Писец, как не сладко ты. Фу-ху-ху. Я рад, что мне просто подарили квантовое кольцо. Серьезно, 16К, просто так. На тебе, держи. Играй, называется. Квест есть что-нибудь такое? Пока еще нет, там тир второй нужен. 16, вау. Просто до хера всего. Карта емкости. 16К ячейки. 4 штуки. Охереть. Еще карта создания. Еще ячейки. Я сейчас себе заменю все свои ячейки внутри. Серьезно, сейчас так и сделаю. Ну, что-то почта, разумеется. Нечеткости, ускорения. Блин, куча карт. Так, мне это нравится. Мне это чертовски нравится. Сделаем так. Сделаем так. Еще 2 сумочки у нас есть. Так, умный кабель, закрытый кабель, стеклянный кабель. Угу. Туннель, точка, точка. Кстати, он у меня завалялся. Пока сумочки уберем. Точка, точка, вот он. Детект, еще плюс 1 сумочка. Так, измельченный песок, незер кварц. Этим что ли заняться? Так, на всякий случай, пока я в стороночку уберу вот эти все наши апгрейды, они... Ой, зря я тогда. Ладно, пусть будет так пока что. Угу. Тир второй. Тир второй. Тир второй. А, не вижу. Вот. Нам нужно вроде бы 4 их, поэтому еще 3 скрафтим.
Здесь песок, Nether Quartz, Certus Quartz, Nether Quartz, Certus Quartz, песочек, больше песка, половина-половина. Так, и измельченная пылька, измельченная пылька, 320, пипец. 20 штучек пошло на крафт, нам 16 нужно. Есть. Квест комплит. Семена кварца нижнего мира, истинного кварца. Ох ты. Закинем. А, у меня только два вида. Так, какого не хватает нижнего мира? Нижнего мира. Семена. По 32 штучки, если не ошибаюсь. Да. Пусть крафтится. Нам потребуется песочек, который вот он. Так, Nether Quartz, да. И вот они, семена. Один к одному получается два. Давайте сделаем тоже рецепт третьих семян, которых я еще не делал. Один к одному. Что-то я переборщил с ними. Ну ладно, пусть будет. Две штучки, крафтик есть. Теперь достаем все. И завершаем задание. Чистый кристалл кварца нижнего мира. Чистый кристалл истинно кварца. Чистый кристалл есть ты. Могу создать тебя. 32 штучки. Так, у тебя, как мы создадим в автоклаву, да, блин, ступим, ну ладно. Так, 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 один, потом нужно слетать и вырастить один кристальчик, хотя сейчас у нас тут все забито будет. Пусть выращивается. Сделаем проще. Это все сюда. Задание на одно из на одни из кристаллов сейчас отменю просто. А, подождите. Они мне только одни нужны были. Так. Штучек опять на крафт. Ну вот один кристалл, конечно есть у нас для примера. Ну просто запишем рецепт. Хорошо, два рецепта, потом я закину. Нужно будет подождать, это дело очень долгое, спешить в этом не нужно. А здесь у меня затупок в чем? Я вот не понимаю. Разобрался было, в чем проблема. Здесь теперь даймонд ставим. Вот. То есть глаз линза уже не нужна, именно нужна алмазная. Ну хорошо, они просто друг друга заменяли раньше, ну и сейчас тоже пойдет, ничего страшного. Хорошо, пусть дальше создается, этот создается. О, так, 4К есть, у меня есть. Тут занято. Занято, нет. Блин, почему пусть... Ай, где мой любимый магнит? И сюда. Квест комплект. И обратно. Берем опять хорошую сумочку. Тебя нужно дождаться, блин, а? Такая зараза. Так, давайте амье кабелями займемся. Где-то вот выкладывал-то их. Один штук есть. Нужно 24. Блин. Изменчивый кабель. Тихо. Еще 10 штучек, пожалуйста. Потом закрытый кабель и умный кабель по 2. Кабель. Тебя. И тебя. Все, пусть создаются друг из друга. Ну, посмотрим. А, кстати, у меня тут и так уже было чуть-чуть. Ну.
Ладно, пусть создается. Не к спеху. Так вот, что там с тиром первым? Ой, со вторым тиром. 4 штуки. Есть. Та-та-там. Забираем хорошую сумочку. Что-то еще пылить нет, нет? Да, 16 ячейка есть. 64? А почему сразу 64? А, вот, на 16 тоже пиликнуло, хорошо. Так, на зелененькое. Я их не делал. Плюха, очень плохо. Надо было их тоже сделать. Хотя, в данном случае мы это сможем сделать. Так. Нам потребуется 1К. Взять в руки. И нам отдадут блок создания. Шикарно. Так, дальше. После этого. Давайте даже рецепт сделаем на будущее. Вдруг когда-нибудь, может быть, и пригодится. Но не факт. Один сюда. Один сюда. Так. Так. Смотрим 16. Дожидаемся, пока оно скрафтится. А вот оно уже моментально. Детект. 4 штуки? 4 штуки. Ух ты, ё-моё. Так, как там блок создания? Создание. Еще 3, пожалуйста. Или что-то там? Опять у меня все занято, а? Слишком долго. Прям нереально долго. Ну ладно. Один пока есть, подождем еще чуть-чуть. Так, это я пока все скину. Да, давайте вообще все скинем. Так, хорошо. 64К. Делается из... Кстати, на 16К я не делал рецепт. А вот теперь он есть. Прекрасно. А на 64 также получится. Ой, кстати. Чего-нибудь не хватило? А, МЕ сундук. МЕ сундук. А, железный там сундук нужен. А, стальной сундук. Дабл. Рецептик. Тихо. До угля. Еще 3 штуки. Позиались-то. Все остальное вроде должно быть у нас. Steel Screw. Да, это есть. Блин, подождать придется. Ну, знаете, я тут от одного рецепта к другому кидаюсь, поэтому это нормально. Это совсем нормально. Так, 2. Надеюсь, остальное тоже быстро. А, 3. И 4, да? 4. Ну чё ты начинаешь-то? Steel Screw. Сундука что ли нет? Есть. Хаммер. А, хаммера просто... Хаммер у него закончился. Вот в чем проблема была. Даже сам вручную сделал. А, хаммера просто все в руки взял однажды. Блин. Косяк сразу. Ладно, пофигу. Записали за ту рецептик. Так, а мне сундук. Возможно, пригодится. Поэтому сделаем сразу автокрафт. Сундук вернись. Ты заберись. Так, тебя возвращаем. Дальше. Так. Титана не хватает. Там это дело поправимое. 4 штучки есть. Отлично. Рецептик есть. Одна штучка сюда пошла. Одна сюда. И тут... А, бесправная точка доступа. Давайте сделаем тоже. Одна точка доступа. Сейчас все сделается. А я пока на 64 поставлю, как делается. Прекрасно. То есть это все можем закинуть сюда.
и не париться. Так, беспроводная точка доступа делается. Ух ты, вот этой штуки у меня точно нет. Беспроводного приемника. А здесь вообще ничего нету. Ну, ключики это пофигу. Титан. Кабель. Беспроводный приемник. Так. А, нет, подождите, другое. Вот здесь. Certus Quartz Plate Enderio. Хорошо. Кварцевое оптическое волокно. Under. Я уже даже забыл, что там. Under your rod. Блин, а как мне тебе получить? Мне нужен по факту слиток. Неужели мне придется обжаривать это все дело? А, нет, просто глаз. Ок, Эндер. Одну штучку, пожалуйста. Хорошо. Один глаз, одна палка. Ладно. Не такой уж дорогой рецепт, но все таки тихо. И вообще, у меня тут нужно вот поставить было. Ой, у меня там косяки сейчас. Я опять, видимо, нажал не так. Ну да ладно. Так, нет, не сюда. Нам нужно в лезо. Все, пусть работает. Пусть пока допилит. Я сейчас переправлю все рецептики. Хотя, давайте вместе, возможно, сделаем. Здесь нам все нормально. Кстати, нет, не все нормально. Мне не нравится то, что тут HV. Так, где-то у меня квантум процессоры. Это Ева вообще. Так, тогда кристалл. Кристалл процесс. Так, HV. HV. 2, 3, 4. Тихо. 16. Обратно вернись. Так, ну все. Обратно это верну. Переписали. Здесь. Тоже берем. Мне не нравится, просто когда оно не стоит, потом какие-нибудь косяки происходят. Так что переписываем все. Ну, без разницы, если честно. Ну да ладно. На всякий случай подстрахуемся. Так, прекрасно. Это мы все починили. Что я там скрафтил-то? Глаза. Эндер. Палка есть, хорошо. Глаз. Изменчивый жемчуг. Все, сможешь? Да, может создаться. Прекрасно. Один хотя бы? Нет, не может. Не хватает нам кристаллов, которые у меня в руках находятся. Ты издеваешься. Я не хочу их тратить, потому что для квеста нужно. Кстати, 32 этих еще мало. Но создается потихонечку. Ладно, видим попозже. Займемся беспроводным приемом передатчиком, чтобы лишнего не создавать. Так. Кабеля. Что-то вы там мудрите мне, сыры уважаемые. Где-то там у меня перебой пошел. Так вот, ладно. Дальше. Переходим к тому, что у нас создалось. Чуть время подождал, конечно. Чистые кристаллы доделались. Квест нам должен был засчитаться. Да, засчитался. Берем снова сумочку. Ух ты, ё-моё, куда тут нас понесло-то? Чуть позже этим займемся. Ой, так, кабеля. Кабеля. 8 есть. Даже 10. Еще есть. Детект. Детект. Забираем награду. И здесь нам говорят Storage you Data. О, вот он. Ну, блин. Это что? Пятый термин. Блин, надо смотреть, какую сумочку выбираю. Пятый термин. Нафиг не интересен. Вот это мы сейчас все скинем. И зато хотят что-то другое сделать. Но успеется. Пока это нам не нужно. Так, есть ли что-то у вас? Да, есть, как ни странно. Ладно. Сделано тогда по-особому. Я вот это сейчас все забираю.
Ломаю. Квест комплит. По-быстрому устанавливаем обратно. Запихиваем обратно. И квест комплит. Шикарно. Но здесь еще взрывоустойчивый накопитель. О, это уже другое дело. Ладно, чуть позже. Так, а из тебя я хотел сделать... А, кристальчик, точно, глаз. Глаз. Нет. Я не помню, как он называется. А, жемчужина. Вот одну, пожалуйста, мне. Все, готово. Итак, чего еще не хватает? Да, не хватает лишь чего-то легенького. А, Цертус Кварц. Вроде создавал, ну ладно, еще две сделайся. Так, опять же. Процессинг. А, это нано. Окей, ставим сюда. Пусть через нано крафтит. Мне так удобнее будет. Гораздо удобнее. Крафт есть. Беспроводный. Прямо передатчик готов. Но это только маленький. Теперь нам нужен... А, точка доступа. Его сделать. Закидываем. Крафтим. Так, не сюда. Где? Готово. Беспроводный усилитель еще нужно сделать. Ё-моё, как ты делаешься? Изи. О, усилитель. Так, а я пока тут посмотрю ускорение. Штук 15 у нас уже есть. Если что, чтобы сумочки зачаровать. Я тут поставил на автокрафт пока что. Ну и как ты сможешь создаться? Не сможет. Так, измельченная пылька. Так, титан, алюминий. Алюминий. Где ты? Я говорю, без докрафта определенных компонентов трудновастенько чуть-чуть. Заново приходится ставить на автокрафт. Если бы это сделать, было бы еще легче нам играть. Это факт. Так, ну и что, теперь ты сможешь? Сможет. Придется поставить нам сразу на крафт. Точнее, сюда закинуть. Так, тебя и вы тоже также создаетесь, поэтому без проблем лежите там. А, усилитель 8 штучек. Во, быстренько, мне нравится. Сейчас это все поставим еще даже. Но это меня ведут к беспроводному ME-терминалу. Гуд, хорошо, забираем. Еще. Где ты? Еще, пожалуйста, мне 8 штук создай. Так, что еще тут можно сделать? 64К, кстати. 64К. Мне сколько-то нужно? 4. 4, пожалуйста. О-о-о-о. Жестко. Кстати, возможно, я тут что-нибудь лишнее завалялось. Нет, я все скинул. Ну ладно. Подождите. Может быть, нафиг его? Хотя да, давайте так и сделаем. Тебя мы очистим. Все сюда запихнем. Полегче будет создаваться. 64К. 4 штуки. Неплохо так ему придется создать. Ладно, работай, мы тебя не трогаем. Так, усилитель сигнала. 16 есть. Стоять. Отмени, пожалуйста, все. Просто слишком много там всего нужно сделать. Да. Мы сейчас кое-что другое сделаем. Сейчас, подождите, вначале куда-нибудь тебя надо забабахать. Только вот куда? Провод. Где? Так. Давайте, чтобы он нам не мешался, где-нибудь здесь забабахаю. Вот так вот. Возможно, да, мне тут канала не хватит. Дайся. Вот здесь должно хватить. А, вот он.
Тут канал точно хватит. Поставим тебя. ЕО, а у нас вроде бы РФ. 80 РФ, ну пойдет, пусть потихонечку работает. Хотя просто он сейчас так сжигает у нас все. Ладно, ускоритель 5 штук. Процессор 22 штучки. Это так на будущее, вдруг еще будет больше сумочек. Закинь вас сюда, тебе нафиг. И давайте скрафтим. Еще 5 таких. Блин, одной одной книжки не хватило. Давай сюда. Бам-бам-бам-пам-парам-пам-пам. Так, так. Отлично. Ну что, поехали. Сегодня прям просто серия божественная. И пофигу, что она долго длится. Мне это вообще не колышет. Надеюсь, вы рады этому. Ну что, погнали. Базовый. Хорошо. Еще лучше. Нормально. Хорошо. Еще терминалы. Пойдет. Даже сейчас кинем, чтоб не путаться. Так. Тебе сюда. И хорошие сумочки. Пойдет. Кстати, ускорение еще 16. Прекрасно. О, о чем я говорил? Выпали 16. Еще и жидкостные упали. Это вообще супер. Нормально. Мне это нравится. Так, закидываем. И теперь, если поставить 64. Надеюсь, там все докрафтилось, все, что там стояло. 4, 6 штук. Да? Да. 6 штучек. Но все равно его нужно докрафчивать. Доступно 16, необходимо 8. Еще создать. Или подождет, давайте вот этим займемся. Хотя здесь вот еще нужно будет... Ух, я зря разобрал там уже... Ладно, мой косяк. Мой косяк. И пока скинемся. Так, ладно, поехали. Так. А мне накопитель. Так, ладно, скрафтили. Из него нам нужно будет сделать зерно устойчивый. То есть нам потребуется плотный обсидиан, серьезно. А плотный он делается из 9 его обсидиановых пластин. Так, обсидиан. Пластинки. Это очень-очень плохо. Компресснутая обсидиановая пылька. Один к одному. Компрессит. Где-где-где? Вот так вот. Нам по факту сколько там нужно будет? 4 штуки. 4 на 9, 36. Так. Обсидиан. А у нас 11 есть, то есть еще 25. Ну, создавайся тогда. Надеюсь, это много времени не займет. Потом, к этому всему, еще Dense Lead. Это у нас тройка. Dense. Нет. Dense. Еще две штучки, пожалуйста. Крафт пошел. Хорошо. На что насчет обсидиана? Обсидиан. 25 штучек есть, но нам нужна девятая микросхемка. Как она создается-то? Так, давайте создадим. Наверное, так. Так. Да, девяточка есть. Для чего это я сделал? Ну, сейчас буду вручную. У меня не хочу еще один бенник машин ставить ради одного единственного рецепта. Поэтому ставим так и так. Пусть он создаст нам 4 штучки, потом обратно поменяю. Главное не забыть. Хорошо. Вроде бы все, да? Или еще что-то нам нужно будет. А плотный кабель у нас есть. Все остальное есть.
Так, ну на всякий случай даже возьмем его, если он тут у меня. Да, он тут. Так, shift клик. Там еще не скрафтилось. Хорошо. Здесь нам ускоритель роста кристаллов нужно сделать. Но нафиг он нам нужен. Хотя. Автоклава на 2К. Титан. Так, автоклава на 2К. Вот этим мы и займемся. У нас создается, блин, одна из другой, блин, достали. Так, готово. Теперь. О, блин, давай. Ускоритель. Я им все равно пользоваться не буду, но для квеста я создам. Мне совсем не трудно. Так, нам не хватает. Кварцевого стекла. Кварцевого стекла. Потом. Так, титана. Ага. Поставила, называется. Титан-то сейчас у нас не получится, потому что у нас тут работает другая машинка. Это ёперный театр. Долго. Так, ладно, титан и кварцевое стекло. Кварцевое стекло. Раз. Два осталось только титан. Дождемся, чуть попозже сделаем. А их вообще 4 нужно. Охереть. Охереть. Если я его сделаю, то точно нужно будет скрафтить. Так, вроде бы все нужно докрафтил. Давайте уже сделаем. Блин, жесть, сколько всего. Так, ускоритель. Нек. Раз. Два. Блин, титана опять не хватило. Так. Титан. А, ну вот. 8 штучек. Ох, подшаманил, конечно, тут. Накрафтил титана, то у меня титан закончился. Я просто в шоке. Нек. Два. Четыре. Квест комплит. Забираем снова сумочку. Камера для выращивания. Блин. Ух. Так, кстати, взрывоустойчивый тоже докрафтил. Можем забрать. Даже сделал автокрафт. Квест. Комплит. Отличненько. На... Блин, вот не знаю, вообще нужна мне энергетическая ячейка или нет. Ядро. Кстати, возможно, они мне завалялись. Да. Даже больше, чем нужно. Ну хорошо, быстро сдадим задание. Ух ты! Вот самое вкусное началось у нас. Так, сейчас у нас попрут задания опять одно за другим. Так, это пока сюда закинем. Итак, смотрим. ME интерфейс. Шины импорта. Экспорта. Что у меня есть? Это не то. Интерфейс. А, все по 4 штуки нужно. Интерфейс, кстати, есть у меня. Даже все возьму. Это не то. Импорт. 4. Экспорт. 4. Что у меня? А зараза-то какая? Хорошо. Забираем. Так, здесь у нас жидкостный интерфейс. Интерфейс. Кстати, тоже 4 завалялось. А нам даже 2 нужно. Хорошо. Тут мы выполнили. Здесь что? Шина хранения. Шина хранения. В каком количестве это? 4 штуки. Шина хранения. Поехали. Блин. Так, хаммер. Все забрали, значит, все нормально. Ух, ну придется тогда по очереди их докрафчивать. Хорошо, я мини к спеху. Импорта у нас, кстати, 2 штуки. Словарь... А, 3 штуки. Еще одна сейчас крафтится. Ну и все остальное тоже поставим на докрафт. И сюда.
Так, шина хранения. Поехала. И сейчас тут еще и жидкостная будет, да, как я и думал. Жидкостная, кстати, возможно, они завалялись. Две штуки. Импортом. Так. Две штуки сможешь сделать? Сможет, без проблем. Мне трудно. А, тут две это и надо было, блин, отмени. Ай. Хотя уже крафтится. Ну ладно. Бокс, не пусть докрафчивается. Базовая сумочка. Так, что у нас там? Шина пока еще делается. Жидкостная делается. Это можем скинуть. Это все скинуть. Молекулярный сборщик. В каком количестве? Одном. Ну, давайте что-нибудь тут. Так. Так. Какой хитрый, а? Сумочка гуд. Все остальное это сам смогу сделать. Так, прекрасно. Ну, что там у нас? Три есть. Четвертый сейчас появится. Так, потом нам потребуется шина экспорта. Четыре штуки. Здесь комплект. Потом. Две штуки, да? Жидкостных. Все верно. Угу. Отправляем сюда две. Две берем. Ну, опять же, докрафт не такой уж и дорогой. Пойдет. Ух, да уж. Сегодня мы просто бежим по заданиям. Так, и то у нас скрафтилось. Специально подождал, чтобы вы не теряли время. То и то забираем. Потом, жидкостная, да? Да, две штучки. Так, шина. Экспорта, две штучки. Нет, не тысячу. Пусть пока крафтится. Здесь что у нас? О, послал рерут, кстати. У меня тут как раз они завалялись, я их использую частенько. Готово. Серьезно, еще есть и... я не знал, что такое есть. По словарю рут. Жидкая. Жесть. И как ты там создаешься так же? А, подождите. Жидкостная шина. Блин, эти вопросы меня раздражают. А, что я тут туплю-то? Так вот, щелкнем. Экспорт. А, подождите. Тьфу ты. Мы же сейчас ее и делаем. Я же подумал, там по словарю рут как-то жидкостная есть. Так, шина. Готово. Сумочка есть. Смотрите, за какой закуток-то мы закончили с вами. Здесь камера для выращивания кристаллов. Тоже бы заняться ей. Да ты шестивуешься. Еще две камеры. Так, камера. А я тебе на автокрафт не поставил. Ой-ё. Ой, блин, это просто жесть. Тема времени. Доделал. Хорошо. Теперь рецепт на всякий случай уже так уж и быть выставлю. А, как там делается-то? Через железный сундук и нам не хватает... Так, процессор. Давай еще 10 штучек-то нам забабахай. Кстати, вот давайте одну штучку отсюда заберем, чтобы быстрее было. Вот. Получили. Ускоритель. Так, хорошо. И еще одна хорошая сумочка. Ей. Энергетический ячейк. А вдруг нам выпадет? Например. В каком-нибудь из этих сундучков. Поэтому давайте скрафтим. Точнее, улучшим наши сумочки. И откроем их. В чем бы и нет. Так, нам нужно 14, получается, еще книжечек. Мне хоть 15. Ну, блин, не зря потратил на это время, чтобы их скрафтить. Оп. Ну и погнали к
кайф. Сколько сегодня сумочек мы открыли за серию? Я просто в шоке. Итого. Базовые сумки. Поехали. Ого, сразу неплохо. 4К. Вот это отстой. Сразу разберем. Угу. 5-1К достало. Ну ладно, зато нам будет меньше крафтить, потому что эти мне компоненты хранения. Так. Еще. Но зато побольше мы с вами получили плотных кабелей. И это радует. Хорошо, сразу все, что нужно, сюда закинем. Может потом пригодится. Так. Поехали дальше. О, вот мне 16 коптер мне нужны были. Вот и мои родники, как я хотел вас. Так. Ой, еще и жидкостные. Какая красота-то. А, еще жидкостных. Охереть. И еще, блин, какая красота сегодня. Столько, настолько облегчили мне крафты будущие, вы не представляете. Так, а тебя сюда. Потом с этим разберемся, но слишком много всего. Вот правда, слишком много всего. Так, но не выполнено. Энергетическая ячейка. Так, ячейка. Нам нужно будет сделать изменчивый блок. Так, блок. Кстати, он есть у нас. Но это облегчает нам жизнь. Сейчас дождемся пока. Одуплится у меня здесь поиск. Так. И все. Больше ничего нету. Сертус кварц. Сертус кварц. 4 штуки. Хотя в каком количестве? Одна. Но это радует. Хоть не надо их много делать. Алюминиевый кабель. Так, видимо, убираем. Алюминиевый кабель. Ой. Так, 8 штучек. Поехали. Потом. Нам это нужно будет все дело соединить. Еще 2. 8 обжимный. После этого ставить сюда. Отправляемся мы с вами к резине. Обжимаем. Ну, давай обратно. Алюминиевый кабель есть. Хорошо, он тоже готов. Так, и измельченная пылька. Одна штучка. Ну а теперь уже можем выставлять рецепт. Вот он. Готово. Квест комплект. Еще одна базовая сумочка. Я так и думал, что сейчас дальше пойдет. Да ненавижу. Нихера себе вас тут надо. Так, видимо, придется мне выставлять все рецепты. И докрафчивать еще. Так, кабеля где-то у меня здесь снизу были. Так, это там, вот сюда. Да, все верно. Так, сколько там нужно было? 5 штук. 6. И еще батарибуфер 16-слотовый. Так, ладно. Сделаем так. Я... Блин, по-русски пиши, пожалуйста. Ячейка. Еще 4 штуки. Потом батарея буфер. Так, проверим. На 2К. Жестко. Вот там нам потребуются алюминиевые проводочки снова. Только в каком объеме? Сейчас мы узнаем. Наверное, 16. Да, 16 обжимные. Ну ладно. Смотрим. Да, 16. Хул сразу поставим на крафт. Готово. Не знаю, пригодится или нет, но на всякий случай пусть будет. Так, нам нужно. Раз, 2, 3, 4. Потом сам буфер. Не саб-буфер, а сам буфер. Готово. Ну и теперь уже выставляем
Рецепт. Так. Как там? Процессор. Ну, блин, издевается. Быстро тратится. А, я сам только что потратил. Так. И... Так. Баттери. Буфер. Дождемся процессора. Так. И здесь тоже готов рецептик. Ура! Все скрафтилось. Платину даже нет. Ну, ладно, сумочку возьмем. О, а здесь нас уже ведут к беспроводным терминалам. Вот для чего мы все это крафтили. Унятненько. Ну, давайте его сделаем. Хотя, можно было бы отдельную серию. Но нет, давайте все в одну серию уложимся. Так, там вроде бы плотная ячейка должна быть. Хотя, ладно. Беспроводной приемник. Беспроводной приемник. Две штучки. Ну, чё ты тут? Разве не ставил на крафт? Так, а вот и сделал я автокрафтик даже. Прекрасно. Квест. Но. Чё ты? Так. Комплит. Отлично. Берем с вами сумочку очередную. Что-то такое. А, беспроводной соединитель. Это то, чем я занимался. То, что я крафтил до этого. Так, кстати, как-то терминал работает. Устройство не соединено. О, соединяется он через... Так, у меня терминал безопасности. Потом найду, конечно, место для него. Но сейчас, чтобы показать вам, как он работает. Ну ладно, время на все поставим. Так. Связали. И все прекрасно работает. Отфильтруем. Прекрасно, мне нравится. Так, ну так вот. Нам нужно что? Во-первых, сам инструмент, который соединить. Палка такая. Так, вот он. И сейчас временно, конечно, обесточу. Соберу вот эти два наших терминала. Так. Отлично, квест комплит. Обратно их ставим. Чем меньше у них расстояние, тем меньше они энергии тратят. Поэтому я так поставил. Так, привязка. Так, подключено. Все, теперь работает. Ничего трудного. Забираем награду. Хорошую сумочку. Либо, блин, ну тут такие кристаллы, почему не все мне дают? Ну ладно, смотрите, мы тут закончили. Кстати, в это время, возможно, у нас уже накрафтились 64 ячейки. 64-битные. Да. 8 штук. А нам 8 нужно было? 4? Что-то я перекрафтил. Ну, видимо, на будущее заготовка. АЕ. Заберем. Одна 64-битная ячейка. Так, 16. Вот таких вот нам нужно 4 скрафтить. Хотя ты как-нибудь там... Нет. Можно ее как-то разобрать? Хотя бы одну-две. Мне вот интересно очень. Хотя они и так нам пригодятся. Да, пригодятся, чувствую точно. Ладно. 16К. 4 штуки. Крафт пошел. Пусть создается потихонечку. Здесь же нам нужно сделать ячейку. Одну. Всего лишь одну. Окей. Давайте попробуем это сделать. Так, только не здесь. Вот здесь. Сразу, чтобы был у нас шаблончик некий. Так. Чего нам не хватает? Нам не хватает. Цертус квадц. Алюминий. А, так. Цертус. Во-первых, два болтика. Одна пластинка. Алюминий. Прекрасно. Сейчас сюда крафтится. И сделаем автокрафт. Прекрасно. Так, не могу забрать, видимо, нержавейки нет. Стайндес. Нет, есть, видимо, у меня хаммер и ключ. А, тьфу ты.
Хаммер. Эй. Понял. Самый главный компонент он у себя в руках держал. Прекрасно. 64-битная ячейка. Какая красота. Гуд, сумочка. Осталось как минимум два задания у нас здесь, и мы закончим. Но для этого нам нужно чуть потерпеть. Чуть-чуть потерпеть. Так, что у нас здесь? Еще ничего не создалось? Ну, тут да, чуть-чуть то скрафтится, это скрафтится, тут нужно будет подождать. Ведь еще 4 даже не создались. Прекрасно. А, ну, по факту... Кстати, у меня и здесь они есть. Ну, 64-битные, разумеется. Их и отсюда могу взять. Ну, я заранее их просто уже давно крафтил. Но. Ну, да ладно. Ну, если что, оттуда возьмем. Хорошо. Я не знаю, будут ли еще задания здесь или нет. Но потом мы с этим разберемся. Сейчас же я хочу что сделать. Например, тебе. Вот эти 4 ячейки. И эти 4 ячейки. Хотя бы что-то сюда воткнуть. Так, сделаем проще. Одна сюда. Разгребем чуть-чуть ее. Освободим. Давай. Как много там материалов внутри. До хера. Вот эти тоже бы я разобрал бы. А пустые бы уже сюда воткнул бы. Вот так вот. Очистку небольшую сделаем. Отлично. Все ресурсы с них перекинули сюда. Ну, еще 2 добавим, а 2 можем на переработку воткнуть. Так. А, еще одна есть. Ну, ладно, пусть будет так. Ну вот и заполнили мы все нашими ячейками крутыми. Тоже все забито, жесть, просто жесть. Фух, автокрафт есть, это есть, пусть лежит, нам все пригодится. 16к осталось дождаться, как дождемся, я вернусь. Ну и того, 4 штучки мы получили. Так, награду возьму, конечно, сумочку, никак иначе. И вот, как я говорил, 64-битные нужно, 64к. Я вот, наверное, отсюда возьму. Раз, два, 4. Квест комплит. Возвращаемся на место. Ну, по факту можно вот эти под поменять вместо 4К поставить. Гораздо лучше будет работать, если что. Так. Раз, два, 3, 4. Ну и все. Как бы на этом у нас МЕшечка-то закончилась. Забираем последнюю награду. И мы с вами молодцы. Прошли полностью. Можем, конечно, еще поулучшать. Но для этого нужно пойти мне сейчас сумочками заняться. Так, а где я это посеял один? Так, ты где? Ну вот, куда-то улетел. Неужели в зеркало зрить-то хотим? Вряд ли. Ладно, пофигу. Если что, сейчас разберем на будущее. Вдруг пригодится. Ну нет. Раз, два. Шикарно. Ну и вот. Все сделал. Погнали. Сразу опять интерфейсы. Зачем? Ну ладно, может потом в будущем пригодятся. 16 компоненты. А я их крафтил. Эх, какие заразы. Так. Что еще? Чем еще порадуете? Ну еще. Ну, блин, сколько контроллеров. Я просто в шоке. Странно, что не было ни одного задания на мне контроллер. Это прям очень странно. Ну... Можем подвести итоги. У нас дохера получилось вот этих карт разных. Просто тьма тьмущая. Я не знаю, что сейчас с ними делать, но, видимо, придется где-то использовать. Никак иначе. Но это, думаю, не проблема. Разберемся. Теперь это нужно мне будет сейчас все отфильтровать, куда-нибудь засунуть. Но вот и странно, что на жидкость на вот эти компоненты хранилища еще не было заданий. Хотя должны были быть... А, еще тут 5-й тир завалялся. Факела. Классная награда, мне нравится. В общем, как-то так. Закрыли все. Мы молодцы.
Да. Как, ну. А на этом будем уже с вами заканчивать. С вами был Милтон. Надеюсь, вам понравилось. Вы уже поставили большой палец вверх. И до следующей серии. Всем пока-пока.